Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Тема Марты – окно в новый мир от образования до духовного обнищания. Читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу поговорить с вами еще об одном феномене современного общества, который несет в себе невидимую на первый взгляд опасность и речь пойдет о кардинальном изменении системы образования, что приводит к всеобщему духовному обнищанию. Наверняка вы заметили, какая глубокая пропасть лежит между старшим поколением, получившим классическое образование, и молодыми людьми, лишенными такового. Под выражением «классическое образование» я подразумеваю то, что лишено цифровизации всех видов. Так в отсутствие компьютеров, мобильных телефонов и прочих электронных устройств дети и молодые люди получали информацию из книг и от своих преподавателей. И уже только это учило их размышлять, поскольку человек, взявший в руки книгу, полностью погружался в новые для него знания, невольно систематизируя их и проводя сравнительный анализ. Так устроен человеческий мозг, он тщательно переваривает информацию, особенно если она преподносится в литературной форме, красиво и ярко, которая затем откладывается в его сознании и подсознании уже в обработанном виде. Затем, обсуждая на уроках прочитанное, ученики обменивались мнениями, впечатлениями, выводами. В результате рождалась живая дискуссия. Это еще больше обогащало ее участников, одновременно приучая детей выслушивать чужое мнение и быть способным обосновать свое. Обязательное чтение литературы способствовало развитию языковых навыков, обогащению словарного запаса людей и их грамотности. Преподавательский состав тех времен был достаточно силен, поскольку профессия школьного учителя, либо профессора университета была уважаемой и престижной. А что же происходит сейчас? Когда живое общение заменено бездушными электронными устройствами, при помощи которых одним нажатием кнопки можно найти любую нужную информацию в ответ на любой свой вопрос не утруждая себя чтением книг и учебников. А происходит то, что человеку уже не нужно прилагать никаких умственных усилий, получая все в готовом виде, и он из мыслителя и Творца превращается в потребителя информации. Особенно губительным стало введение такой системы проверки знаний, когда из нескольких ответов необходимо выбрать правильный. Это лишает человека способности глубоко и всесторонне мыслить и давать обдуманный и развернутый ответ на поставленный вопрос. Вместо этого он ограничивается поверхностными знаниями, достаточными для того, чтобы угадать, а не прочувствовать ответ. В результате такой кластированной системы образования выросло уже не одно поколение людей, не умеющих ярко, образно и грамотно излагать свои мысли. Поскольку их не приучили читать, не умеющих творчески подходить к своей работе, поскольку их не приучили мыслить широко и свободно, и не умеющих полноценно общаться с окружающими, так как у них не было опыта обмена мнениями и впечатлениями от полученных знаний. Так постепенно человеческое общение, как живое, так и опосредованное, через чтение художественной литературы было заменено односторонним использованием бездушных электронных устройств, которые стали неотъемлемой составной частью жизни каждого современного человека. И в следующий раз мы поговорим о том, какое влияние оказывает на здоровье и психику человека замена живого общения на виртуальное и какую энергетику оно в себе несет. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «От образования до духовного обнищания». Маленькое дополнение, дорогие друзья, вот советую сразу не включаться эмоционально на подобную информацию, не включаться в споры доказательства, а просто позвольте себе это услышать и немножко позвольте себе пожить с этими мыслями, потому что у вас естественно сложится свое мнение. Но дайте немножко время. Как говорят, дайте вину созреть. Так и мыслям. Дайте немножко своим мыслям поразмыслить. Отодвигая, делать мгновенные выводы, мы сохраняем не только свою эмоциональную сферу, но и оберегаем себя от будущих болезней. Просто отодвиньте чуть-чуть позже. Подумайте над этим снова. Пусть оно обкатывается, пусть оно созревает внутри вас. И потом вы увидите эту картину всю общую, более с высокого градуса восприятия. И вам будет намного легче. Не загружайте сразу себя любой информацией. Можно еще при вашей интерпретации придумать... Такую картинку, когда вся информация у вас находится в ваших цветных шарах, и вы держите ее в руке. Потом, когда вам надо, вы эту информацию распечатываете с этих цветных шаров. И вам тогда легче сохранять свою эмоциональную сферу. И мы же с вами помним, что 12.12.2023 мы сдаем экзамен на... Эмоциональную устойчивость с вами в балансе, в умиротворении, в мире и любви.